Сегодня губернатор Югры работает в Москве. Здесь проходит форум «Сильные идеи для нового времени», в котором Наталья Комарова примет участие. Напомню, югорчане отправили на форум 139 инициатив. 15 из них признали лучшими. Отмечу, в рамках рабочей поездки глава региона подпишет соглашение с ректором Высшей школы экономики и министром спорта России о сотрудничестве. Также Наталья Комарова примет участие в заседании по ковиду под председательством мэра Москвы.